Good Story Media совместно с телекомпанией МТНТ и платформой Премьер познакомили зрителя с комедийным сериалом «Соседка» летом 2023 года, ставшим популярным еще до выхода премьерного сезона. Что же такого удивительного в этой картине? В центре сюжета Федор Садовский не просто педант, он зациклен на распорядке дня. Ненавидит смену планов и с болью в сердце воспринимает разного рода изменения. Любитель порядка и чистоты Федя нашел себя не только в жизни, но и в призвании. Сейчас он успешный владелец клининговой службы, которая работает как часы. Люди любят садовский бизнес за пунктуальность, прекрасно выполненную работу и четкие действия. Казалось бы, жизнь прекрасна, и Федя устроил ее настолько хорошо, насколько это от него зависело. Так бы и жил наш герой, если бы однажды в его жизнь не ворвалась взбалмошная соседка. Алена воплощение всего, что Федя так сильно презирает. Девушка не стесняется ничего и никого, ее не останавливают личные границы. Алена воспитана лишь наполовину, а ее другая половина так и грозится вляпаться в приключения. Как только Алена и Федя становятся соседями, оба начинают переосмысливать себя. Главные роли в картине исполнили Егор Корешков, Юлия Хлынина, Алексей Чадов и другие. Продолжение комедийной ленты «Соседка» в настоящий момент не анонсировано. В лучшем случае второй сезон появится в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.